видите, я контролирую, да, и оно упирается всегда во что-то, оно течь не может, потому что у меня контроль то здесь теперь. Вот я уже теперь смотрю, как мне плечо двинуть, да, думаю опять. И движение получается как бы рвано. То здесь внимание, то там внимание. А теперь вот мне нужно это внимание, оно является и контролем одновременно, убрать и позволить пройти движение. Проходи. То есть вот когда движение закручивается, вот свободно идет, в нем не за что зацепиться. Видите, сейчас контроль, да, включился. Есть что держать. То есть, ну, две уже точки. Что тут происходит? Туда-сюда, туда-сюда. И нет, не течет движение в результате. А теперь вот я в голове, видите, контроль у меня. В голове убираю вот эти опоры. Да. Называется безвыходное положение. Так честно. То есть, если я здесь вот начну думать, как выйти, вариантов нет. Поэтому я здесь включаю такую штуку интересную. Не думание, да, вот, куда идти. Не сомнение, не понимаю, что делать. А включаю такую штуку интересную. Надежда называется. Да, оно само идет движение тогда. Я сейчас даю вам опору себе. Захожу в состояние контроля, да, за ситуацией, напряжение, внимание. Теперь вот внимание вот это, я вот, смотрите, сейчас оно и сюда, и туда, такие ниточки вот здесь. Я теперь вот эти ниточки, смотрите, так. Я отпускаю их в тело. Вот сейчас у меня ниточка есть такая. Я, ну, на самом деле, создаю взглядом здесь напряжение. Ну, куда я смотрю, туда внимание идет энергия. Я здесь плотность создаю. Ну, попробую ломать. Не получится, вот я удерживаю ее. Теперь вот смотрите, я вот эту ниточку вот прям. Куда начинает течь движение? Вот так.